Итак, всем привет, ребят, с вами опять я, Руслан. И сегодня я хочу кое-что проверить, меня давно это заинтересовало. А именно, меня заинтересовала история Камбоджи. Кто не знает, Камбоджа — это такая страна. Что ж, давайте мы сейчас... Я вам вот так вот сделаю, чтобы мы могли прочитать. Вот ровно вот так вот. Вот, и... Так... Что ж, начнем читать. Современная Камбоджа расположена на территории многих древних государств. Известно существование кахмерского государства. Есть кахмерский язык, ребят, знаете? Государство. Еще в веке нашей эры, в первом веке нашей эры, что? Современное королевство Камбоджа сформировалась в нынешней территории на рубеже 55 века. Или что это за цифры? Я не знаю, что это за римские. Эй! Блин! Давайте сейчас узнаем. Копировать. Переводчик. Засунешь? О! Так, это у нас римский, да? Римский. Где итальянский? Вот, итальянский. И нет, на русский. Ха-ха. Ну, цифры. 55. Нет, 55, давайте тут на русском, а там на итальянском. 55. Непонятно. Короче, ладно. Так, да, вот. Но окончательно оформилось лишь во второй его половине. Археологические исследования доказывают, что на территории современной Камбоджи имелись последние поселения человека еще в эпоху верхнего палеолита. Считается, что переход к мезолиту произошел в... Ну откуда я знаю, что это за цифры? 54 век уже. Нет. До нашей эры. Хуабинсинская культура. Ну откуда я знаю, что это за цифра? Тысяч до нашей эры распространяются неолитические культуры в период позднего неолита. 4-5 тысячи до нашей эры в долинах рек появляются крупные земледельческие поселения. Население этого времени относится к австроазиатам, этнически близким к современным горным кхмерам. Они занимались подсечно-огневым земледелием в горных районах и орошаемых долинах. Уже в четвертом, я не помню, это 4 или что, тысяч до нашей эры, здесь выплавляли меди. В конце 3000 до нашей эры появилась бронза. В эпоху позднего бронзового века использовалась мотыга и плуг с бронзовыми лезвиями, мезолитические серпы. В гончарном ремесле использовался гончарный круг. Было развито ткачество на рубеже новой эры. Начали развиваться торговые и культуры связи с определенными территориями, главным образом с Индией. Считается, что формирование ранних государств на территории современной Камбоджи произошло под влиянием индийской культуры. Вообще-то я хочу узнать, почему Камбоджа называлась Камбоджей.
почему ее так называют. Давайте сейчас про это найду. И мы посмотрим. О, начинается. Надеюсь, они мне сейчас не покажут картинку, когда я нажму на другое. Потому что это будет полный фейл. Я просто убегу из комнаты. Вы в курсе? Нет. Анкор я не буду запускать. Как вы понимаете, это такое здание. Что? Какое, когда оно такое, да? Так. О, вы еще пытаетесь меня заманить, чтобы я нажал еще и на вот это? Нет. Вы пытаетесь меня просто завалить. Заманить туда. Я на это не нажму. Нет. И что мне делать теперь? Ну ладно. Все еще пытайтесь меня где-нибудь... Да, пытайтесь, но я не нажму на это. О, 2015 года. Короче, как мне узнать историю Камбоджи? Короче. О, я знаю, что напишу. Ну и что вы мне на это ответите? Нет, это не то. Нет, никакой Анжелы в храме не будет. Короче, идите вы нафиг. Так, ребят. Что-то мне стало нехорошо. Я нашел. Я случайно запустил этот анкор. Блин, я так испугался, чуть не обосрал. Я офигел просто, ну. Зачем надо было меня так пугать? В общем, ладно, ребят, я не могу ничего поделать. В общем, вот такая была история. Другое я никак не могу найти. А то вдруг опять попадется этот флаг, блин. Я просто обосрусь. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Мне страшно.